«Все кочевники». По таким названиям в Москве открылась выставка современного казахстанского искусства. Она посвящена поиску творческой позиции в стремительно меняющемся мире. В проекте объединены инсталляции, видеоарт, живопись и графика. Экспозиция открылась при поддержке Министерства культуры и спорта нашей страны и Евразийского культурного альянса. Кураторы называют ее актуальным срезом казахстанской арт-сцены. Здесь выставлены произведения признанных классиков, но в большей степени проект направлен на то, чтобы ознакомить россиян с работами мастеров нового поколения. Свое название выставка получила благодаря работе Сергея Бердника «Все кочевники», которая представляет уникальный сплав художественных традиций. Молодые художники повествуют о тесных связях Азии и Европы, культуры кочевников и постиндустриального общества, ислама и язычества. Свежие работы художников, которые не так известны на Западе, интересны и малодоступны. Поэтому я считаю, что успешно такую выставку здесь сделать. Развитие современного искусства в Казахстане можно оценить высоко, потому что действительно присутствуют яркие имена. Современное искусство Казахстана, оно объединяет в себе и вот эту актуальность, и при этом то, что мы хотели как раз-таки затронуть в нашей выставке, это такое проявление национальной идентичности. То, что окрашивает современное искусство каждой отдельной страны в какие-то краски, присущие только ей.